Друзья, привет! Меня зовут Никита Трямкин, и сегодня мы вместе с Денисом Баранцевым будем угадывать песни. Сложность в том, что звучать будут сразу три трека одновременно. Поехали! Как интересно! Ну, там дядя Юра явно пробивался, ребята. Одну знаю, но затрудняюсь ее сказать название. Ты напой. Птицы с облаками. Да, есть, принимаем, конечно же, полноценная фраза. Ты не нажал кнопку. Это ДДТ, осень. Я получаю. Осень ДДТ. Осень ДДТ, все точно. Давайте послушаем, какие там еще были песни. Малиновая лада. Не было такой. Вообще не было. Этой тоже не было, 100%. Денис был на 0,2 секунды быстрее. Что за странная погода. Свобода, не беда, кто поет? Может быть, помнишь, Андрей... Губин? Правильно, совершенно верно, Никита, уже хотел было... была песня Зиверт. Песня Зиверт? Нет. Ну, давайте послушаем. Вот. Это Люся Чеботина. Люся. Поехали. Опа, зачем долго ждать? Максим. Максим, прекрасно. Она все перебивает. Нам остается только послушать, какие треки там звучали. Казалось бы, не да? было такой. Отпускаю и в небо улетаешь. Поехали. Опа! Денис тату. Готов! Тату было. Тату. Да. Нас... Не догонят. Абсолютно правильно. Невероятно, но Лепс. Денис готов. Лепс точно был, песня «Нам пришла пора». Самый лучший день, наверное, да? Да, да. Эти слова там есть. Давайте послушаем правильные песни. За деньги, да. Я вот эту не могу подать. Я не знаю. Знаете, очень похвально, что вы эту песню я не разобрали. Я слышал ее, но я не понимал, что это такое. Как только ты сказал тату, все перебило. Самый лучший день заходил. Последнее. Этот. Киш, кукла колдуна. Так. Это уже четвертый правильный ответ. Ну давай. Не слышу, честно. Хали-гали. Хали-гали. Бары, друзья. А, точно, это же хали-гали. Ну скажи, Никита. Ну хали-гали. Хали-гали, группа Лепреконсы. Спасибо. С мучейкой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях. До новых встреч.